И снова всем welcome, это снова я. Сегодня я вам покажу, как выглядит Токио после введения чрезвычайной ситуации с вирусом. Как видно, уже на улицах не так много людей. Это вот район Шибуя, как видно отсюда, город Шибуя. В целом, народу меньше стало, машин тоже поменьше, автобусов поменьше. Ну, так в целом, если сказать. Но как оно выглядит, я вам лучше покажу, ну, в пути, в дороге. Магазины закрыты, многие, не все, но многие. Кафе в том числе. Но не все, не все. Какие-то открыты, какие-то нет. Поэтому тут, как говорится, что там, все норм. Едем, едем, едем. Стараюсь ехать не быстро, чтобы вы смогли увидеть всю картину происходящего и, ну, сами оценить текущую ситуацию. Да, карантин не принудительный, то есть по желанию. Люди могут сидеть дома, либо выходить на улицу. Но всех просили не выходить и не работать. Да. Я ездил по работе, что по удаленке некоторые вещи невозможно сделать, и нужно все делать вручную. Поэтому я сейчас еду. Проезжаю район. Это Хиро, в сторону Роппонги, значит, вот Роппонги станция, прямо и направо будет. А это Хиро станция, Хиро, вот такая длинная. Значит, не знаю, сейчас банк открыт или нет, но вроде как сказали, что банки тоже будут работать, ну, ATM машины. Сами банки насчет этого я не знаю. Вот видно, да, некоторые кафе, магазины закрыты. Некоторые, но не все. Не все. Там вот трюфели какие-то делают. Значит. Да, райончик такой, ну, уютненький. Здесь такие маленькие магазинчики. Красиво все. Машин полно. И один из самых дорогих районов по стоимости жилья в Токио. То есть Гинза вообще отдыхает по сравнению с этим местом. Машины здесь, естественно, тоже частенько бывают такие прям богатые. Спорткары. Автосалоны здесь хорошие стоят. Сейчас покажу. Ветер задувает, не знаю, блин, слышно вам, нет. Ну вот, к примеру, с правой стороны видно один из автосалонов, Lamborghini. Там он, выставочный зал у них. И он работает, да, он еще работает. Как бы, ну, где деньги нужны. Тут место дорого стоит, аренда, поэтому работают. Макларен, пожалуйста, в салон. Да, такой. С виду район вроде недорогой, но, блин, цены бешеные. Там.
туда тоже свернуть. Пока. Пока возможность есть, а потом, ну, как бы, проедем. Нормально идет по дорогам общего пользования. Ну, покрышки у меня с разрешением, с допуском по дорогам общего пользования. Поэтому все окей. Мы сейчас едем в район Аобы. Это тоже один из центральных районов Токио. Там находится университет, очень дорогой, почти как Тодай, ну то есть Токио Дайгаку. Точные цены я не знаю, но кому интересно, глянет в интернете. На улице народу стало меньше в разы. Тут обычно всегда много народу. Но это я еще до центральных станций не доехал. Там реально народу нет. Практически там единицы ходят. Я вам серьезно говорю. Я сегодня проезжал мимо Шибы. Там почти никого не было у станции. Мы сейчас поедем. Я сейчас покажу все. Мы сейчас проедемся немного здесь. Это считает, это самый центр, можно сказать. Но если не считая вот там ту сторону, где Токио, этот самый, станция Токио и Шинагава, то есть вот здесь вот Шибуя, Шинджику, это, можно сказать, самый центр Токио, где тусуется в основном весь народ. Ну, есть Широпонги, вот тут тоже рядом. В больших перекрестках на улицах народу много еще достаточно. Видно, да? А дальше все опять никого. Пустырь и никого. Вот так вот. Так, я бы хотел еще, наверное, проехаться по какой-нибудь шопинговой улице, где люди занимаются шопингом, и глянуть там. Если честно, я сам здесь первый раз. Вот, ну, конкретно в Токио я приехал первый раз за месяц сюда. Я здесь месяц уже не был, потому что, ну, карантин, все дела, сами понимаете. Люди эти, как его, премьер-министр ввел чрезвычайное положение с 8 апреля. Так, давайте-ка мы тоже повернем. Я потому что я хз, куда эта улица ведет. Что-то мне кажется, она далеко слишком идет, не туда, куда мне надо. Есть такие улочки классные. Красиво. Токио 2020, уже флажки развесили везде. А зря. Не будет Токио 2020. Будет в лучшем случае Токио 2021. Так вот. Да, это район. Этот район я помню. Я здесь как-то даже на собеседование ходил в один из офисов. Вспомнить бы только в какой. Это тоже Шиба, это рядом со станцией, то есть тут совсем все рядом. То есть тут как бы это все, как вам сказать, что все рядом друг с другом.
На самом деле, вот эти прилегающие районы к Шибе, они, ну, очень разнообразные. То есть там есть и тихие спальные райончики, есть и шопинг-районы, есть и районы, где можно покушать, там какие-нибудь кафе, ресторанов полно. То есть вот в том числе вот эта Хараджуку, да, она, насколько я помню, она также относится к району Шибуя. Поэтому... То есть Хараджуку — это такая улица, там, где молодежь любит шопиться. Так, вот, мы приехали на одно из центральных с этих... Так, ну что, проедемся через Шибу, наверное, да? Давайте-ка вот сюда вставим. Потому что я хочу глянуть, как бы, все равно. Мне в любом случае надо ехать, посмотреть, что там у них, через центр прокатиться. Ну и заодно вам покажу, как это все выглядит. Потому что, ну, видите, на улицах людей почти нет. И это, я напомню, это прям вот рядом со станцией. Тут идти буквально там 10 минут. Ну да, сейчас рабочий день, не спорю. 3 часа. Но все равно. В рабочий день здесь толпа просто. Здесь просто толпы ходят. И туристы, и не туристы. Кстати, туристов, кстати, тоже не пускают, по-моему, насколько я помню. Сейчас в Японию закрыли вообще въезд любым туристам. Ну и не только туристам. Вот автосалон Lotus. Тоже работает вроде как. Вот тут какой-то... Снаки что-то там продают. Еду, бенто или еще что-то. Сейчас следующий наш, тут зелененький должен быть. Мы поедем. Тут СИКОМ. Это служба безопасности. Компания безопасности. Делает разные, значит... Делает разные... системы безопасности, сигнализации. Также у них там есть группы быстрого реагирования. Ну, то есть такая довольно известная компания в Японии. Вот впереди Шиба, вон там прям впереди. Я имею в виду центральная станция сама. Осталось почти ни одного открытого магазинчика, так что... И туристов никого вообще нет почти на улице. Вот изредка ходят некоторые люди, пара человек. Реально. Это была торговая улица около станции Шибы. То есть именно вот так, где шопингом люди занимаются. Занимались. Но в данный момент это невозможно. По причине закрытия всех торговых точек. А сейчас пройдем через центральную перекресток. Вот новый небоскреб открыли, кстати. Совсем недавно открылся. Вот это Шиба Скрамблер Сквер. Вот она такая огромная.
Байда. И за ним еще один открыли, кстати, новый. Вон тот с белыми линиями. Трясет-то. Ладно, поедем. Вот. Вот станция Шибуя. Видно, народу почти нету, да? Здесь тоже вон совсем чутка. Так, ну мы поворачиваем. Вот, кстати, закончили строительство наконец-то этого перехода новой. Как он там? Как он называется-то? Все время забываю. Блин. В общем, вот этот переход закончили строить буквально вот пару месяцев назад. Ну, может быть, там месяц назад. Я как раз вот помню, я сюда еще приезжал, он уже почти закончен был. Вот. Сейчас проедемся. Вот видите, как здесь сделали, интересно. Проезд огромный. Там, кстати, станцию еще не достроили. Станция еще в режиме строительства. Реконструкция еще. Так. Отсюда мы не повернем на центральный перекресток, сколько я помню. Здесь, да, здесь нельзя. 8 вечера только прямо. Если повернем, нас вот это нахлопучат менты, блин. Тут ментов дофига, кстати, стало с режимом этого карантина. Мы сейчас здесь развернемся, здесь можно развернуться. Сейчас. Вот здесь вот. Тут говорят, что в туннель без света въезд запрещен. И на слабых кубатурных мотоциклах тоже въезд запрещен. Но там впереди вот будет знак еще висеть. Но нам вон туда вот. Нам в правую сторону. На поворот. Точнее, на разворот. Здесь нельзя разворачивать. Тут прям проедемся через улицу, прям через центральную. Это въезд с другой стороны на станцию Шибуя. Со стороны этих Ичимару-кю, если кто знает, это шопинг-центр тоже там такой. Здесь в основном находятся эти вот отельчики, там кафе, рестораны, бары. Ну, то есть, все такое, в таком духе. Самая оживленная улица. Вот здесь вот, вот это место, где вот эта улица, она самая оживленная обычно. Здесь не протолкнуться. В час пик или когда туристический сезон, здесь столько народу, что, о, тут прямо и не пройдешь, не проедешь. Так, что у нас там, кстати? Я, наверное, сейчас там где-нибудь проканусь, надо чекнуть. А, нет, этих пустили, ну ладно. Раз пустили этих, то мы сейчас и проверим. Так, работает. Вроде бы, да. Ну ладно, я там еще сейчас запаркануть, надо глянуть. Что можно сказать про
про это место сейчас. Да ни хрена тут нет ничего. Стало скучно совсем. Тут и так-то было особо. Срач везде. Самое оживленное, самое засранное место было здесь. Еще он там, кого он там, увидел кого-то. Ты погодь. Так, сейчас мы. Я сейчас надо проверить. Проверить надо. А, все, ок. О, какая штука проехала. Так, а тут? Тут. Сейчас глянем. Тут у нас... Тут тоже все окна. 23 минуты пишем уже. Нормально. Еще. Что-то там мент до кого-то доебался. Да? Она тормозит. Взял бы и все, делов-то. Так, сейчас мы пропустим этого кейкар. Все, поехали. Ну, мы продолжаем. Мы продолжаем. Значит, что мы видим здесь? Что мы видим на данный момент в этом месте, этой улице? Реально народу мало стало. Ну, как бы... Как сказать, утром на работу, когда люди здесь идут, ну, примерно вот так же народу. Ну, вот. А сейчас уже ближе к вечеру, скажем так, уже обед, как бы ближе к вечеру, многие уже домой возвращаются. Ну, там у кого-то сокращенный день все-таки, как бы, они. Мы видим, что не работают Мацуя, еще что-то тут, как бы. Магазинчики. Рестораны все закрыты. Рестораны закрыты. Family Mart, вот эти комби не работают. Вот рестораны закрыты. Кинотеатр тоже должен быть закрыт. Вот здесь с правой стороны. Где-то кинотеатр. Проехали его уже сейчас. Вот. Караоке закрыто. Тоже. Народу почти нет, да. Народу почти нет. Так, что у нас тут еще? Юникло. Юникло закрыт. А вот кинотеатр закрыт тоже. Ну вот этот один из популярных, как вам это сказать, перекрестков, да, в Японии. Я думаю, все его знают. Это где как раз стоит памятник Хачико. Собачка такая. И сейчас мы глянем, сколько здесь народа. Обычно здесь просто толпы. Просто толпы. Ну, в данный момент. Да, даже вот эта площадь пустая. Бедная собачка. На нее что-то никто не хочет посмотреть, видимо. Ну ладно, что, едем. Видно, народу почти нет, да? Играет. Видно, что закрыто все. И Starbucks, и Seibu. Это вот починка. Починка тоже закрыта. Макдональдс. Макдональдс. Макдональдс работает. Вот это хоть Макдональдс работает. Тут совсем людям кушать нечего было. Ладно, едем. Едем отсюда. Вот тоже здесь. Это улица шопингов. Тут обычно шопинг устраивают люди. Те, кто туристы приезжают. Ну, тут всякие нитари, туда-сюда. Так, а ну да, ну нам как раз сюда и надо. Нам как раз сюда и надо. Едем в сторону Синджуку.
Видно, еще некоторые люди ходят, ходят, гуляют. Вот туристы, видите, видимо, которые здесь. Либо они здесь живут, либо они здесь застряли. Но если они являются американцами, то их понять можно, потому что у них там сейчас вообще жопа. Вот Yamanote Line. Поезд, кстати, полупустой. Там народу обычно битком, и все стоят. А тут он прям едет. Там изредка некоторые люди сидят. Сидят, да. А обычно там, да, не то что сесть, там встать негде. Тут, видите, да. Ну, мы сейчас прямо проедем до станции Хараджуку. Там свернем налево. И в сторону Шинджику. Поедем, посмотрим, как она поживает, станция. Много ли там народу. Я все снимаю одним дублем. Так что, если что-то не так, там какие-то лишние слова, вы уж не обессудьте, потому что нужно как бы еще и рулить и разговаривать. И следить за обстановкой на дороге. А это не так-то просто. Тем более, когда по центральным этим станциям и улицам катаешься. Налево. Там станция обычно все это закрыто. И там хрен проедешь. Здесь вот. Я не помню, как это место называется, сейчас. Доставки зато полно, катается по улице. Доставка вот сплошная, везде просто. О, Феррари. Да? А, я, кстати, ее видел. На трассе гонял. Старая Феррари. Ну, блин, выглядит еще как новая, вылизанная вся такая, прям офигенно. Катается газончиком. Да-да-да. Проедемся здесь, где Йо-Йоги. Это Йо-Йоги парк. Здесь с правой стороны. И станция Йо-Йоги Коин называется. Так что, если кто-то хочет отдохнуть в парке Йо-Йоги, вы знаете, куда ехать. Еще посмотрим. О, там и с девушкой едет. А, красивая, конечно, машина. Немного угловатая, правда. Ну, ничего. Но, думаю, бензина жрет. У-у-у. Дофига. Это же Феррари. И запчасти на нее стоят просто конских денег. Сейчас. И тогда, наверное, тоже. Полиция повыбегала. Полно там их. Долго горит зеленый.
отсюда видно оперу. Опера Сити, как так она называется. И парк Хаят, отели там. Вот впереди Шинджику. Ну, как бы видно тоже. Здесь обычно очень много народу гуляет. Это же Йоги парк. Но он, кстати, работает, насколько я его вижу. Вон, видите, люди оттуда выходят. То есть парк работает. Парк они не закрыли для посещения. Что странно. Странно. Обычно парки закрывают для посещения, когда вводят чрезвычайное положение. А тут как бы гуляй не хочу. О, смотрите. О, народ там есть. А вот детская площадка. Посмотрите, сколько народу сидит. Ну, какие-то вещи перегородили, какие-то нет. Что я могу сказать? Ну, блин, конечно. Кое-где народ есть, то и кое-где народа нет. То и вообще никого. То прям толпа сразу сидит. Кучкуются они. Стайки сбиваются. Почти нет. Здесь обычно тоже тусуются и туристы, и компании, кто работает там. Вот, Ямайя работает. Ямайя — это известный ликероводочный магазин. Там продается бухлишка со всего мира. И недорого. Я думаю, он один из популярных магазинов на данный момент в Японии стал. Потому что что еще делать люди дома? Только телек смотреть, и под пивко там, футбол, что-нибудь еще. Так, вот мы приезжаем, подъезжаем на станцию, на центральную станцию Шинджуку. Здесь, как видно, народ еще гуляет, еще есть. Побольше, чем на Шибуе, побольше. Проезжаем. Эта башня не работает. Так, а я сюда тоже тогда перестраиваюсь, потому что мне прямо.
Да, народу стало прям совсем мало. Тут вот да, обычно тут тоже толпы бродят, а сейчас. Сейчас Кругаля навернем. Ну как Кругаля, я на улицу Бутиков выйду, там где шоппинг. Шоппинг. Обычно вот тут просто толпы бродят, но сейчас никого почти нет, мало. Нам сейчас направо. Ну ты что не едешь, идем потом. Блин, до 8 вечера прямо. Ладно, потом повернем где-нибудь. Разворот запрещен. Ну ладно, что, поедем дальше. Можно, кстати, проехаться до Шинокуба, до корейского квартальчика. Там тоже много шопинга. Эти... Мейкап, там все дела, маски там для лица, увлажняющие, разные. Девушки любят тот район, там корейской косметики полно. Так, ну, давайте, наверное, сначала через Шинджику проедем, а потом глянем по времени, как там, успеем, не успеем. И уже потом решим. Да, может, даже и не поедем на Шинокуба, что там. Там узко обычно, народу тоже было обычно не протолкнуться, а сейчас я не знаю как. Да, ну вот здесь еще, так, можно сказать практически как и было. Так, плюс, может быть, чуть-чуть подуменьшится количество людей. Кстати, через центральные станции, ну, я на мотоцикле еду, как бы еще норм. Но если вы едете, например, на поезде, или же вы едете на этом самом, на такси, я бы не рекомендовал. Как бы опасно. Сейчас в это, на Шинджику дохерна больных ходит, кстати. Блин, я фиг знает, мы тут проедем вообще, нет? Помню, это место, это как раз там, где находятся эти Кабукичо. Вот оно здесь с правой стороны. Там всякие отельчики, ресторанчики. Ну, то есть, все в таком духе. Караоке, бильярды. Развлекательный квартал. Но что-то там народу-то совсем и не видать. Дон Кихот был вроде. А вот он, да, с левой стороны. Доедем до центральной улицы. Поворачивать нам сейчас рано пока. Вот там есть объезд. По кругу можно проехаться. Заходить я здесь никуда не буду. Это точно.
опасно, опасно. Синдзюку самое большое число зараженных в Японии на данный момент по Токио. Дори, насколько я помню. Нормально. Да. Он до шибы 5 км написано. Мы оттуда только приехали, поэтому все ок. Сейчас, кстати, надо будет проверить, как там запись идет, не идет. Позже, наверное. Это может батарейку уже пора сменить. Да, да, здесь народу почти не стало. Здесь обычно народу раз в 5 больше. Это эти. Здесь тоже торговые улицы, торговый квартал. Что там? О, блин. Да, батарейка садится. Сейчас надо сменить батарейку. Ну или, наверное, сейчас уже скоро будем заканчивать. Мы сейчас проедемся по Синдзюку и, в принципе, все. Народу почти нет. Вот это тоже улицы. Здесь бутики в основном. В основном шопинг тоже идет на этих улицах. Так, поворачиваем. Но народу почти нет. Видите, да? Сами, наверное. Все закрыто. Барбери. Луи Виттон. Все закрыто. Все. Кончился шопинг. И, кстати, у меня есть видео на канале. Я, наверное, ссылочку оставлю в описании, где я здесь катался, когда здесь было открыто все. И можете сравнить количество людей в то время и сейчас. Ну и мы что ждем? Мать твою. Вот это ты тормоз, охренеть. Разворотом здесь. Сейчас прям через центр проедем. Биг-камера работает. Смотрите-ка, Юдабаш не работает, а биг работает. Видали и покруче. Ну вот как раз здесь остановимся сейчас на светофоре.
Ну вот и все, что я хотел вам сегодня показать. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео о Японии. Не забывайте также делиться этим видео с друзьями. Ну, а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.